Сьогодні наш звіт на виборних зборах буде представлена інформація про результати діяльності та плани діючих амбасадорів міста Одеси, а також представлений кандидат на звання, то, що ми тільки що почули, амбасадора міста Одеси в Республіці Австрія. Задача амбасадорів, як ви чули, так що міста Одеси, є формування покращення іміджу та престижу міста Одеси. Крім того, завдяки їх активної позиції, любові до Одеси, а це саме так, краще всіх слів, про це говорять їх справи. На яких ми сьогодні почуємо? Ми налагоджуємо нові економічні, архітектурні, освітні та культурні зв'язки з іноземними партнерами за кордоном. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим амбасадорам, всім, хто у нас онлайн, хто присутній тут, за активну життєву позицію. Наша спільна робота та ваша ділова репутація допомагає підтримувати позитивний імідж нашого міста і його високий статус на міжнародній арені та дає Одесі нові можливості. Так, ми дуже раді вітати присутнього сьогодні пана Атілі Маліані, радника Одеського міського голови, амбасадора Італійської Республіки, пана Бориса Тинка, директора туристичного агентства «Зима Лето», тревел міста Краків, амбасадор в Республіці Польща. Дуже радий бачити. З нами на онлайн-зв'язку пані Наталія Добрянська, керівник Французько-Української асоціації «Марсель Одеса», амбасадор в Французькій Республіці. Та пані Елизавета Домбровська, журналіст, докторант університету Мохаммеда V, амбасадор в Королівстві Марокко. Що хочу вам сказати? Наша робота не простою, але ми сьогодні за Одесу, наш любимий город. Надеюсь, все буде хорошо і що більше плани буде скоро. Спасибо за внимание. Я живу, я родился в говорят все, что в самом красивом городе Европы, в Кракове, да, я там живу. Но я не согласен. Самый красивый город Европы – это, конечно, Одесса. Перед нами еще очень много работы. Спасибо Татьяне Юрьевне. Мы продолжаем эту работу. Мы уже немножко сделали, но сами понимаете, что последний год был очень сложный. И только сейчас туризм начинается просыпаться. Так, просыпаться, так? Просыпаться. В понедельник открыли границы, уже Украина поменяла немножко правила въезда для иностранных туристов. Так что я вам обещаю, клянусь, что то, что перед нами много работы, мы знаем все, и все равно мы будем работать за тем, чтобы по улице Дарьи Басовской гуляло как можно больше туристов с Польши. Дякуємо. І пропонується наступне питання. Пропозиція щодо розгляду кандидатури амбасадора в Австрійській Республіці професора Арміна Камеля. У нас є відповідні рекомендації, тому ми просимо по можливості, якщо технічна можливість є, підключити онлайн пана Камеля, привітати членів комісії, можливо, у членів комісії будуть якісь запитання. Камель. Здравствуйте, привет вам из Вены. Надеюсь, у вас все в порядке. Вам большой привет из Одессы. We also would like to say hi from Odessa. Мы проводим заседание нашей комиссии и очень благодарны вам за то, что вы нашли возможность сегодня подключиться и быть с нами. Спасибо большое еще раз за возможность стать амбассадором Одессы в Вене, в Австрии. Насколько вы знаете, что Вена является достаточно значимым городом на востоке Европы. И я был в Одессе уже ранее, мне очень понравилось, и я очень горжусь такой возможностью. Спасибо вам большое. Кто за, прошу голосовать. Так, мы, Оля, в заседании мы одноголосно підтримали кандидатуру господина Камеля, так? Дійсно, ми дуже вдячні нашим амбасадорам, і в нас є ще пропозиції, Геннадій, якщо ви не будете заперечувати, в нас є дуже видатна особа в місті Берн, Швейцарія, містер Вернер Шмідт, який також хотів би долучитися до цієї співпраці з містом Одеса, і це почесна людина, яка пропонувала свої послуги в розповсюдженні інформації про Одесу, і надішляємо інформацію на розгляд комісії на наступну нараду. Коли ми бачимо тот состав амбассадоров, который сегодня представляет Одессу, действительно, это люди, как я сказал это в начале, в вступительном условии, это люди авторитетные у себя в городах, это люди, добившиеся результатов уже в жизни, каждый в
в своем направлении, в разных направлениях, но, безусловно, их объединяет одно – их признание в городах, авторитет, ну и, скажем, и возможности. Возможности общаться, возможности доносить ту информацию, которую бы мы хотели, чтобы знали в этих городах и странах. Ой, это большая гордость, это честь и это большое счастье. Я просто, когда я услышал, что я стану амбассадором Одессы в Польше, я просто прыгал до потолка. Это, конечно, тоже ответственность, но все равно в первую очередь, я думаю, что честь и гордость. Украина всегда для туристов в Польше была очень интересна, тем более сейчас, но мы же рядом практически, да, так что ехать в Одессу можно буквально в один день. Люди после этой ужасной пандемии все равно ищут себе новые направления, а я думаю, что Одесса – это то, что надо. Проект амбассадоров Одессы – это наше представительство в других странах и городах-побратимах. Это действительно люди, которые любят Одессу, которые всеми своими действиями способствуют развитию города, привлечению сюда туристов, привлечению сюда инвестиций, популяризации Одессы как культурной столицы Украины. И действительно, наши амбассадоры – это глубоко уважаемые люди, которые заслужили доверие в своих городах и странах, и которые сегодня с радостью и с большим энтузиазмом популяризируют наш прекрасный город Одессу. Мы сегодня делаем лишь первые шаги. Мы сегодня избрали нашего 5-го амбассадора Одессы в Австрии. На сегодняшний день у нас действуют амбассадоры в Италии, Франции, Польши, Марокко и с сегодняшнего дня в Австрийской Республике. Господин доктор Камель сегодня избран амбассадором Одессы. И действительно, он проживает в Вене, является профессором Венского университета и действительно специализируется на международном сотрудничестве, на банковском праве и имеет большую сеть контактов как с украинской диаспорой, так и с высшими бизнес-кругами Австрийской Республики, а также активно работает в научных кругах. И нам очень приятно, что он согласился, и мы наметили дорожную карту нашего сотрудничества с Веной и с Австрийской Республикой, в первую очередь по организации бизнес-миссий, научных конференций, обменом опыта и многое другое.